девчонка показала. Да, да, да. Учитывая, что он еще и реснички на фару. Так она реснички, да, да. Все, у Саши это больное самомнение. Переживает за свой внешний вид. Мы едем куда? Домой. Понял. Свои же! Первое за 7 лет! Иван! Свои, честно, заработанные деньги! Честно, аж приятно, за 7 лет! Первый раз, а? Первый раз за 7 лет, а? Хорошо запомнить! Да, да, да! Сегодня какое? Пятое? Четвертое? Пятое! По дракону. Она и за ней сидит. Я вчера в час ночи, Димас, позвонил в аварийную службу. Ну позвони. Сказал, течет вода. Давай я позвоню. Ой. А что, я сегодня дополнительно повторно позвонил? Давай я позвоню. С разных номеров. Я говорю, раз чистенький. Да, я же тоже такой же. Так это питьевая, чистая вода пить. Да? Да. Ты пробовал? Ну не воняет. Вот тогда что. А это все такое же новые звуки. Да. С какой целью интересуешься? А? Хорошо, 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 хорошо. Давай. Подмигнул девке. Ты? Да. Да, она что-то чуть цену сломала. Но они сначала на эти, потом на Сашу, потом на лазер задний. Все, кисенька, давай, до завтра. Все. Пока. Нет, 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 мы едем далеко. Мама. Далеко? Давай. На море. Мы даже с тобой к бабушке поедем, машину делать. Нельзя, мама. Все, ну, пока. Все, мы на работу. Мама. Пока. Да, у меня это еще раз Димас. Пока-пока, пока. На работу, сейчас все две маски делаю, на и на работу. У него как раз две маски. А, у тебя смены? Да, да, да. Ну конечно. Димас, как неудобно ремень у тебя вообще, наш так где-то шею трет, ужас. Слышишь, пересаживайся на детский. А что на детский? Там шею не трет, он удерживает, он ниже будет тебе. Так, так. Нет, верхняя это точка крепления, один черт, она ж не изгибает. Так тебе зачем детское удерживающее? Чтобы шею ребенку не терло, чтобы не удушило в момент удара. Да. Оно ниже делает. Пересаживайся на детское. Я лучше отстегнусь. Я понял, пересаживайся на детское. Да поехали. Пересаживайся. Да поехали, я пристегнутый, господи ты, бляха, а? Ты здравый или нет? Нет. А ты не заметил? Привет, блин. У него справка есть. Нет, справки нет, иначе мне права не дали. Сейчас вот сделают общий.